Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Пришла мне очередная посылочка от магазина Yama The List. И сейчас распакую посылку и посмотрим, что в ней. Эти наборы вы сразу скоро увидите в обзорах. Хочу заметить, что наборы очень интересные. За что огромное спасибо магазину Yama The List. Коробка очень большая, и в ней три модели. Все быстренько распакуем и посмотрим. Как видите, полностью заполнено. Все запаковано в пупырочку. Такие вот наборы. Распаковал за кадром, чтобы не шуршать и вам не мешать. И теперь покажу наборы, которые мне пришли. Пришел вот такой вот интересный корабль викингов от фирмы Revel. В масштабе 1 к 50, светящийся в темноте. Набор входит в флуоресцентная краска, клей и кисть. Сам набор просмотрим немножко позже в обзоре. Коробка не маленькая. Растворитель для водоразбавляемых красок Hobby Color. Разбавитель очень хорошо подходит краскам Tamiya и краскам Mr. Hobby. Наконец-то появился в продаже мой любимый клей, и я сразу заказал две баночки. Клей Мистер Цемент супер текучий. Если честно, друзья, мне он нравится даже больше, чем клей от фирмы Tamiya. Две таких баночки. Конечно же, пришла новинка от фирмы «Звезда» КАМАЗ-5350 «Мустанг». Его, я даже сразу вам хочу сказать, скоро начну делать. Даже не просто скоро, а очень скоро. Коробочка тоже немаленьких размеров и очень приятная на вес. И пришел, друзья, такой вот лайнер Boeing 747 фирмы Revel в 1 к 144. Такая большая коробочка, интересная модель, поэтому обзор также скоро будет на канале. Кому интересно, то оставайтесь на канале, и вы обязательно его увидите. Вот такая вот, друзья, посылочка пришла. Огромное спасибо магазину Yama The List за очень быструю доставку. Доставлялась посылка фирмой SDEC и пришла за 6 дней. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.